Итак, ребят, мы продолжаем искать наших админов. С вами я, Александр Сучков, и сегодня мы начинаем это все прохождение делать. Не писем на респе, а идем строго в раш. Сейчас будет жестко. В голову. Лох, это судьба. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. Как сучонка. Так. Двоих. Как сучонка. Не писем на респе, а идем строго в раш. Красиво. Так. Так, осталось совсем вообще чуть-чуть. Осталось совсем чуть-чуть. Грена? Вот это приемчик. Лох, это судьба. О, ну все понятно, ВХ. Сори, видел. Это ВХ, все, баним. Не писем на респе, да, а идем строго в раш. Смотри. Не знаю, вам было слышно или нет, пофиг. Давай же, во. Сейчас Севана будем тащить. Сейчас смотрите, какой прикольный звук у него. Севан. Это ВХ. Это не ВХ. Я также могу сказать. Не идем строго в раш. Так, блин, предлагает. Почему? А, 100, 15. Кому-то там минус 30 сделал. Первого дрохнули. В голову. Так. Они там все на спавне сидят. Не писем на респе, а идем строго в раш. Первого дрохнули. Еее. Ты дрочал? Так. Все, так. Выходим. В голову. Так. Минус 77. И осталось совсем чуть-чуть у нас тут. Давайте, минутка, минутка. И все. Так. Всем молчать. Осталось совсем чуть-чуть. Давайте сдачу здесь. Считаем дальше. Не писем на листе, а идем строго жестко. В раш. Так. Ты еще раз, что ли? Да. Первого дрохнули. Кому я там еще сделал? О, сколько хп я снял кому-то. О, сколько хп. Монстр. А. Он на А. Так. Не писем на респе, а сейчас будет жестко, смотрите. Раш. Просто, тупо.
красиво, красиво. Минус 9. Мало. Первого дропнули. О, одного даже убил. Так. О, смотрите. Не крыси на респе, а идем строго в раш. Странно даже как-то. Заебал. Первого дропнули. Не думал. Просто стрелял. Где? Хуя? В крышос попал. Не крыси на респе, а идем строго. Продолжаем по моей тактике убивать. О, много кому-то хп я снял. Нереально. Подожди ты! Так, ладно, мы заканчиваем. Так, ладно. Короче, ладно, мы продолжаем. И, в общем, мне как-то уже пофиг, если честно. Мне как-то пофиг. Так, камера у меня что-то заглючила. Переглючила. Ну, думаю, ладно. С этим и так понятно. Ладно, мы продолжаем дальше играть. Так, ставим хэдшоты. Сразу прям... Так. В голову. В голову. Тихо. Не крысим на респе, а идем строго так. В раш. Давайте сделаем, значит, что? Мы сделаем дробовик. И немного файва. Спросите, как я так делаю? Я скажу АИМ. И ВХ. Ну почему ты меня убил? Ладно. Чтоб не отличаться все-таки. Вот это приемчик. Сзади. 7 внизу. 7. А ты живой? 3 справа. Нет. Инфу не даем, когда умираем. Спавн 2. Хэдшот. Уверен. Что будет хэдшот. Сдохните, суки, блядь, я вас ну ладно. Завалю. Не разминирует. Не успеет. 9, 8, желтый, желтый, желтый. 6, 5. Ну хотя 4, ладно. 3, 2, 1. Не крыси на респе, а идем строго в раш. Так. Так. Ладно. Хорошо. Не крысим на респе, а идем строго в раш. Так, вообще прикольно. Вообще идеально. Первого дропнули. Голову. Мы с ним выбежим. Вот это приемчик. И замочить его.
тихо. О, все понятно, а им ВХ. Он не мог знать, где я нахожусь. Просто невозможно. Ну как бы логически, что умный человек посмотрит. В голову. Я тогда сделаю нелогически. Не крысим на респе, а идем строго в раш. Так. Бам! Два цента, пацаны, трое, наверное. Так. Фух. Блин! Не мог попозже это сделать! Вообще. Бля, гранату взял в руки. Ха-ха! Просто по... Ребят, а вы пропишите VIP-тест, он должен работать. Включите VIP-ку, она там вообще без ограничений сейчас. Так. Окей. Ты как не мог затащить? Жалко. Не крысим на респе, а идем строго в раш. Идем строго в раш. Так. Так, установка. Деньги на спавне. Так, установить настройки. Установить это. Дигл. Блять. Трое на коробе. Элит 5-7. У КТ будут этим. Значит, у Т. У Т шабнулись. Значит. Значит, будут. Бля, подбери. Этот. Лук. Скаут. Вот скаут. И у Т-шек будет тоже скаут. Нож. Всегда. Нет. Да, всегда. Снаряжение. Гранаты, настройка. Осколочная одна. А что ты на базе у себя делаешь, слышь? Может, хватит там сидеть крысик? Блин. Да-да, он там сидит. Респавлить! Не крысим на респе, а идем строго в раш! Осталось установка глушителя УСП. USP. Два, три. Деньги
Так, антифлэш по команде. Так, чино. Хвост. Поможете коробу. Звук. Так, установка оружия. Бросать гранаты. Так, цвета оружия. Короче, если ты сейчас выходишь из респы в следующем раунде, то я еще что-то увижу, я тебя бан. Ага. Привет, маленькие уябки! Я-то могу ходить здесь вечно. Бомбу-то вы ставите. Блин, ну как находился? Так? Так. Трое центр. На зиху один. Двое. Сосни хуйца, лол. Сосни хуйца, лол. Ну как так? Так, окей. Так. 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 Не крысим на респе, а идем строго в раш. Понятно. Ну что, это, автомат какой-нибудь. Чё? Чё? В голову. Такой пойдет? Спасибо. Так. Окей. Так. Тихо, бежим, бежим, бежим. Там он сидит уже. Мы его видим. Быстрей, быстрей, давай, мочил. Давай разминируй, быстрей! Идем строго в раш. Я убил себя и тебя. Мастер. Так. Не крысим на респе, а идем строго в раш. Это как? Через стену. Ладно. Так, ладно, ладно, ладно. Ребят, не забывайте то, что у нас сейчас проходит конкурс. Он будет итоги конкурса именно 25 августа. Подробнее написано вот, где-то там. На экране у вас. Там посмотрите, ладно.
Подожди, видеоролик. На респе, а идем строго в раш. Еще ссылка на этот видеоролик. Там поставьте комментарий и все поймете. Так. Пошли, пошли. Идем. А можешь, пожалуйста, скайп на проверку дать? Чё, кто? Скайп на проверку. Я? Да-да-да. Ну, наконец-то! Я думал, меня никто не проверит сегодня. Я как раз это все снимаю. Первого дрохнули. Давай. Давай. Ну ты вообще нахуй, сука, вот и бар на тебя сказал. Так, идем строго в раз. Сегодня что-то будет. Слышь, а чего его проверять, если у него не такой прям счет, что там? Чем? Ну как бы знаешь, не от счета зависит. Я тоже могу сейчас рубить читы. Это не то. Так. Я арестну счет сейчас. Я понял. Так, теперь мы это сохраняем. Так, мы этот IP сохраняем, значит. И выходим теперь с сервера. Теперь спокойно это закрываем, ребята. И заходим теперь опять в КС-ку. Так, здесь, вот, почему вы сейчас ничего не видите? Ни веб-камеры, ничего. Вот, отключаем эту штуку, вот, можно заметить. У меня сейчас включится эта штука. Ну, если кто не понимает. Пока что давайте это все отключу. Так, нам добавляется, кто? Ты что? Так, ну, у нас пока что грузится все это дело. Подождите. Сейчас подождем. Так, теперь мы нажимаем сервера, добавить сервер, по-бырому добавляем сервер, заходим на медведя и заходим теперь в наблюдение. Наблюдатели, зачем мы заходим за наблюдателя? Потому что здесь реально будет палево, потому что, я не знаю. Так, почему у нас не заходит на сервер-то? Я не понимаю. Вроде все нормально должно быть. А у нас почему-то... А, вот все. Должно все сейчас сработать. Так, мы же зашли на сервер, значит. Добро пожаловать! Окей. Блядь, сзади, ну сука, крыса. Так. И сейчас будем прикалываться просто над этим пацаном. Здорово всем. Так. Здорово, здорово. Что? Чё? Давайте примем тогда. Так, где у нас? Извиняюсь, вам не видно, наверное, будет. Но я сейчас попробую это сделать. Все-таки. Так. Вот. Вот Skype, ребят. Добавляем Skype. Вот этот вот персонаж. Мы его добавляем. Так, не беспокойте. В режиме. Так. Ну, мы давайте не будем палиться. Крысим на респе, а идем строго в раш. Вы же видите? Все-таки. Чтобы... А, ну да, вы все видите. Так. Я принял. Ждем, что будет.
Так. Очень долго у меня, конечно, загружалось, но я думаю, это не... Качай со всех сторон лезет. Так. А чё у нас? Не четверо. Не крысим на респе, а идём строго в раш. Погнали. Так. Щиток что-то сложновато, конечно, играть. Это как так? В голову. Давайте мы еще напишем. Так. Зачем добавлял? Сейчас может ответить. Как жить-то, блин? Так. Не крысим на респе, а идем строго в раш. А где мои руки? Где руки мои? Что за херня? Так, и вот начинается просто жопа. Надеюсь, у меня все снимает. Так. А какой у тебя ник в игре, скажи мне? Как? Этот, Сабун? Или как там? А, ну я так понимал, что... Что? Что? А я у тебя уже могу забанить. Уже нахуй я тебя проверять не собираюсь. Забань. Ну, блядь, ты думаешь, я тебя не забаню? Не крысим на респе, забань. А идем строго в раш. Давай, сейчас, смотри. Сейчас, погоди. Так. Давай, разбань. Чё? Разбань. Откуда? С игры. Ну и чё, я дальше в спектре сижу, и что? В спектрах? Я в спектрах сейчас. И что? А какой у тебя ник? В смысле ник? Такой же, какой и был? Нет, тебя нет. Плохо слышно. Тебя нету в игре. Ну не знаю, я сейчас в спектрах сижу. Ну давай демку покажи. Ща. А у меня что-то игра залагала. Блять, ну конечно, блять, потому что тебя забанят, блять, нет. Ору. Ну как? Чё? Не разбанимся? Да это разбанюсь-то. Ну давай. Сейчас разбанюсь. Давай, проверим твои силушки. Ну а в чем прикол вообще этого бана? Блять, прикол в том, что у тебя уже есть программа, чтобы разбаниться. Это первое. Прикол бана в том, что ты вышел, не дождавшись проверки. Ага. Это прикол. Ага. Ну хуй на, давай разбанься. Ну сейчас попробую. Попробуешь или ты чё? Ну еще попробую. Просто у тебя мозгов не хватит разбань. Да это разбанюсь. Ну давай. Так. Сейчас разбанюсь. Я просто, у меня бандикам включен, на запись проверим, ты долбоёб или пиздобол. Посмотрим, что из этого, блядь. Понятно. И чё в бандикаме? Ты там, если ну чё, я играю. Последний, кто готов. Да. Да. Могу тебе показать даже. И где ты играешь, если тебя нет? На сервере. Ну, демонстрацию включи. Ну, я включил, видишь? Угу. А меню открой, что за сервер хотел. В смысле? Во! Это не мой сервер. Ну и?
что и ты на моем сервере спать. Раззваниться на мой уже не можешь, да? Сложно? Да не, смогу, но не сейчас. Ну давай. Пацаны, часто зачем? Микрофон. Ну да просто ты не можешь раззваниться, потому что ты головой своей понимаешь, что тебя, блядь, по железу забанили. Ору, блядь. Ну я потом раззванюсь тогда. Ну давай, и не сдохни, блядь, от спиды, мать свою в гроб положи, блядь. Вообще прикол. Я это в отдельную часть положу тогда, ребята. Вы офигеете. Вы просто... Я эту часть, я не знаю, как я ее прям выделю прям. Это офигенно! Мне так понравилось, ребят, честно. Это офигенно. Ребят, давайте ищем. Теперь ищем просто тупо, как... вообще, это, как это сделать? Я сейчас скажу так. Данный сервер. Я не могу добавить этот сервер, потому что я забанен по IP. То есть по железу. Я зайти на этот сервак не смогу. И что? Для этого нам понадобится программа. Пока что я не знаю какая. В общем, сам Steam ID в этом не помогает, потому что он меняет именно ID, а не IP компа. Для этого понадобится нам, например, ну, я не знаю, какие программы, разные программы бывают, VPN, которые меняют ваши. Ну вот все, просто порт поменяете. И вы зайдете. Я этот сервер, давайте, добавлю, я не знаю куда. Вот сервер, у меня есть специальная папка. Этот сервер. Ну, хотя нет. Давайте я прям после него. Вот этот сервер. И прям такое. Разбаниться. Все. Разбаниться. Нажимаем. Все. Так, это можно выключить. То есть, вот у меня остался этот сервер. Наверное, вам будет это все видно. Дело вот. Вот этот сервер. Мы на нем будем все это делать. Разбанится. Я, наверное, ну не знаю, на следующем видеоролике или на следующем мы сменим IP адрес и уже зайдем на этот сервер и будем уже так читерить, то что вот пипец вообще, как читерить. У меня есть специальная программа, кстати, ты не уже вышел, наверное? Нет. У меня есть одна офигенная программа здесь, где-то была у меня в игре самой. В общем, в чем прикол этой программы? Вот просто на словах я вам объясняю. Эта программа вам, точнее, серверу делает так, что ну не спамится он, короче, он начинает сильно лагать, на нем появляются какие-то сообщения, и это выглядит очень не очень. В общем, вы сами это попозже увидите, но не сейчас, а так как этот видеоролик подходит к концу, потому что мне это дело все надо монтировать и просто потом этого школьника просто ржать над ним. Вот и все, мы закончили. Еще, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был Александр Сучков, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Обязательно поставьте лайк, потому что не каждый раз такое можно увидеть. В общем, ребят, всем удачи и всем пока.